Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина вышла замуж. Избранником 22-летней гимнастки стал бобслеист Алексей Зайцев. Торжественная церемония прошла сегодня на родине жениха в Краснодаре. Алия Мустафина и Алексей Зайцев познакомились в больнице, куда из-за травм попали в ноябре прошлого года. Ну а после начали встречаться, выкладывали в соцсети совместные фото. Алексей не смог поехать в Бразилию и поддержать Алию на Олимпиаде в Рио, но каждый день звонил и поддерживал девушку на словах. А еще обещал, что по возвращении ее ждет сюрприз. Ну вот теперь понятно, какой.